В общем, наши ярославские ребята сегодня вошли в историю, а вот лица Первоярославского тоже войдут в историю. Вместе с известным художником Игорем Сокуровым мы приступили к реализации уникального проекта. Мастер создает графические портреты ведущих и корреспондентов телекомпании. Затем эти работы войдут в новогодний подарок для зрителей и партнеров канала. Это будет большой календарь на 2018 год. Первой моделью Сокурова стала ведущая первой студии Ксения Рулева. Мне доводилось рисовать работников Первого Ярославского вместе с теми, кого они интервьюируют. Тут был целый проект «Женщина в профиль». Но это немножко другое. Там быстрые наброски. Здесь более или менее вразумительный портрет должен быть, который не стыдно опубликовать. Поэтому работать мы будем вдумчиво,